Всем привет! Вы на канале Ольга Инсайд, и я бы хотела поговорить на тему «Быть, а не казаться». На самом деле мы не равны. Все люди равны, но есть те, кто равнее тебя. По-моему, эта седьмая раса пела песню с такими строчками была. Я сделала определенные выводы на тему некоторых персон, на которых я раньше равнялась, которые были для меня примером для подражания. Я не буду называть определенных имен, но мне бы хотелось рассказать, какими чертами обладали те или иные персоны, и почему я на них ориентировалась, почему я перестала на них ориентироваться, почему я поняла, что это путь в никуда, путь в какой-то тупик. Персоны я могу разделить, ну, условно, на два типа. То, что мне было интересно. Это какие-нибудь люди, обладающие каким-то внешним лоском, привлекательностью и какой-то определенной самоуверенностью. Что я подразумеваю под внешним лоском? Это прежде всего какие-то путешествия, которые стали вот в тренде, так скажем. Много путешествий, какая-то красивая такая отредактированная картинка реальности человека. Это какая-то постоянная смена локаций, какие-то постоянные смены какой-то очень стильной одежды, это какие-то лайфхаки, как выглядеть лучше, как выглядеть в тренде, как выглядеть супер крутой, стильной, привлекательной. Это какая-то супер работа, которая вызывает зависть, которую можно назвать престижной. Это какая-то постоянная активность, не связанная с рутиной образ жизни, так скажем. В целом, это какая-то очень сочная, привлекательная картинка реальности человека. Второй тип я могу назвать, это люди, которые являются носителями безупречной истории успеха. Я выучила французский язык за полгода, поступила в Сорбонну, я выучила английский язык, уехала в Канаду, я выучила там за две недели, я выучила там итальянский язык там за неделю, уехала там куда-то еще. И ты думаешь, боже мой, сколько у человека ресурсов, интеллектуальных ресурсов, как много у человека силы воли, просто нереально продуктивный, какой он волевой, какой он целеустремленный и много-много эпитетов. Изначально, почему я все-таки восхищалась этими людьми, причиной являлось то, что я всегда этих людей как-то мысленно определяла на свой же уровень, то есть на свой, ну, практически на похожий материальный уровень, практически похожий социальный уровень. Я думала, что у нас примерно одна и та же среда, культурная среда, так скажем. Я думала, что я могу идентифицировать себя с этими персонажами, с этими людьми, с этими личностями, потому что мы примерно одни и те же. Потому что очень часто эти люди использовали вот этот имидж. Я буквально там с твоей соседней улицы. Я такой же, как ты, я свой. Простая девчонка, которая просто взялась за ум. Я простая девчонка, которая просто self-made woman, так скажем. Это такой популярный достаточно сейчас термин, когда люди делают себя сами. Без мам, пап и ипотек. Нереально идеальный персонаж, который живет тебя через дорогу. Когда смотришь на таких людей, пытаешься им равняться, и у тебя ничего не выходит, и ты понимаешь, что ты не так быстр, и у тебя есть некая рутина постоянно, у тебя есть какая-то скучная работа, или когда ты сталкиваешься с трудностями, думаешь, боже мой, это ведь как бы относит тебя совершенно на другой уровень. Ты просто не можешь доскочить до его уровня. Ты разочаровываешься в себе,
ты замыкаешься в себе, страдаешь от этого, думаешь, что ты не настолько быстрый, не настолько успешный, не настолько позитивно настроенный человек. Наверное, в этом вся причина. Но на самом деле основная причина разочарования потом в себе в том, что на самом деле мы, я и многие люди, забываем о том, что, скорее всего, в этих успешных историях жизни и в этом внешнем лоске есть свои подводные камни. Нам не показывают что-то неприглядное в своей жизни, и нам не показывают слабые стороны. Когда начинаешь больше, так скажем, узнавать об этом персонаже или смотреть его в динамике, потому что, окей, хорошо, ты нашел там какую-то личность, да, ты его начал рассматривать, вот там год, два, а потом, когда ты смотришь, там прошло уже там 5 лет, 6 лет, ты его видишь в динамике, ты понимаешь, что человек-то, собственно, не так успешный, не настолько успешный, и когда он реально столкнулся с трудностями, когда реально в его жизнь вошли какие-то трудности, это могут быть какие-то наркотики, это могут быть какая-то алкогольная зависимость, это может быть какая-то зависимость от еды, это может быть все что угодно. Просто я просто часто сталкивалась с тем, что порой следишь за какими-то персонажами, они кажутся настолько идеальными, они учат жизни, они учат, что нужно быть позитивными и мечтать, а потом ты смотришь на них там через там, лет 8, и ты понимаешь, что у человека там какая-то наркотическая зависимость, потому что, как он потом уже рассказывает о том, что он не справился с трудностями, показывал там безупречную картинку, которая ему досталась легче, чем какому-нибудь там человеку из моногорода там в России, который не привык к хорошему и слаще морковки-то ничего в жизни не видел, закален трудностями, закален тем, что в жизни не все так легко дается, и в жизни не все бывает то, что ты запланировал и то, о чем ты мечтал. А когда вот этот вот суперуспешный человек, на которого равнялись миллионы, начинает вдруг распадаться как личность, начинает вдруг деградировать и начинает показывать, что у него там истерика по поводу того, чего он там не добился, по поводу своих собственных проблем, ты вдруг понимаешь, что да, это и есть, вот сейчас он и есть настоящая личность, сейчас он и есть тот человек со своими там минусами и со своими реальными эмоциями. Ты вдруг понимаешь, что то, на что ты ориентировался, это просто пыль, это просто ничто, это просто какая-то иллюзия, которую нам хотят показать и навязать как успешная жизнь. Все мы знаем такие истории, когда какая-нибудь женщина, которая многие годы пропагандировала определенный стиль поведения для женщины, вела там тренинги, вдруг от нее ушел муж, и ты понимаешь, что та модель жизни, которую она тщательно пропагандировала, она ей-то самой не свойственна. И она ей-то самой не помогла, не то что там кому-то левому. Со своими там убеждениями, со своими входными данными. Если уж ей самой это не помогло, что говорить о других? Может быть, это вообще не рабочая схема? Может быть, у каждого все эти вещи индивидуальны? Просто понимаете, когда я думала про себя, что, наверное, если я не смогла за полгода освоить там французский язык, ну, к примеру, наверное, проблема во мне. Наверное, я неудачлива сама по себе, потому что я вот ориентируюсь на эту персону, она смогла, а у меня не получится. Дай-ка я вообще язык этот брошу, потому что если мне за полгода, как ей, не удалось это сделать, может быть, и мне не стоит тратить на это годы там обучения языку, если в конечном итоге это не сработало. Я же ориентировалась на ее историю успеха. А потом, когда ты там лезешь в какой-нибудь форум и читаешь много интересных информации, которую ты как бы избегала, или к которой ты не была готова, или которую ты не искала самостоятельно, а вдруг ты на нее наткнулась, и ты читаешь, понимаешь, что французский язык у
человека, на которого ты ориентировался, он далеко не идеальный. Далеко не идеальный. И этот человек делает ошибки, причем глупые. Нам показывается чаще всего вот в средствах массовой информации, там, в социальных сетях, какая-то вылизанная картинка реальности, какие-то невероятные истории успеха. И я понимаю, насколько я заблуждалась, когда думала, что вот эти истории успеха, вот эта вот вылизанная, лощеная картинка, это и есть реальность, и если ты в ней себя не находишь, значит, ты лузер. А на самом деле проблема в том подходе, который мы берем для себя изначально. Как правило, реальная история успеха – это постоянная борьба со своими минусами и со своими слабыми местами. И на самом деле реальное обучение, реальные какие-то результаты человек достигает, когда сталкивается лицом к лицу со своими негативными сторонами характера, со своими слабостями. Когда он постоянно вынужден вариться в этом негативе, работать со своими слабыми местами. Я никогда не думала об этом, но я читала статьи о том, что когда изучаешь язык, непременно должна быть фаза разочарования. Потому что когда начинаешь учить язык и познаешь первые слова, все кажется таким простым, ты их запоминаешь, а потом ты вдруг сталкиваешься с тем, что, допустим, в каком-нибудь там итальянском, допустим, есть такие грамматические правила, которые ты непременно должен освоить автоматически. И ты понимаешь, что ты сталкиваешься с тем, что тебе нужно делать вот эту вот рутинную работу, что это абсолютно не весело, что это невеселое занятие. И ты понимаешь, что ты делаешь ошибки, ошибка за ошибкой, что тебе какие-то места не удаются. И ты непременно должен пройти эту фазу. И очень много людей напарывается на вот этот вот негатив, напарывается на вот это разочарование и просто бросает это занятие. Ты же не можешь выставить вот этот вот длительный период обучения за какой-то внешний лоск. Ты же не можешь сразу продемонстрировать свои невероятные знания. Невероятные знания любого языка или там любого дела, там профессионализм, он приходит, как правило, с годами. Для этого требуются очень большие вложения, требуется очень большой период столкновения с какой-то монотонной и скучной работой. Я даже читала одну статью, и хорошо, что я вот этот сейчас момент вспомнила. Разность между русским пониманием успеха и пониманием успеха, допустим, европейского варианта. Русское понимание успеха – это как раз-таки выражение какого-то внешнего лоска. Это хваткость, это какие-то быстрые результаты. Ты схватил, побежал и показал всем, смотрите, я такой герой, я вот тут это сделал, то сделал. А когда ты... Но за этим нет, понимаете, вот какого-то внутреннего ядра, какой-то целостности, чего-то фундаментального. Схватил, побежал. Это вот какое-то вот скакание по верхам. Европейское понимание хорошей, успешной деятельности, это, как правило, больше нацелено не на внешние какие-то атрибуты, а на содержательную работу, это более глубокий какой-то анализ, это какой-то более скучный подход, который ты не можешь продемонстрировать с самого начала, ты не можешь похвастаться. Я могу сказать более интересную аналогию. Я училась в художественной школе. Училась я там 7 лет. Когда мне было 8, я начала в ней заниматься, и когда мне было 15, я ее закончила. Это довольно большой пласт знаний и довольно большой пласт работ. Чтобы перейти к натюрмортам, допустим, к тому, чтобы нарисовать там вазочку, какие-нибудь яблоки, сзади драпировка, еще одна драпировка, что-нибудь еще лежит. Для того, чтобы это все нарисовать, мы, наверное, несколько месяцев рисовали просто ткань.
Сначала ткань просто лежала, добавлялась еще другая ткань. Это было супер скучно на самом деле. Потом добавлялось одно яблоко, потом добавлялось... То есть это каждый раз была какая-то работа. И эту работу мы выполняли там несколько часов каждую. Сначала рисуешь одну драпировку, потом другая работа, это вот уже несколько драпировок и так далее. И на самом деле, если посмотреть на этот путь, он довольно скучный, потому что 7 лет рисовать что-то и постоянно переходить от одного этапа к другому, это весьма скучно. Сложно похвастаться чем-то сразу, прийти домой и показать свой шедевр. Но есть такое дело, как мастер-классы, которые ориентированы на быстрые результаты. Человек абсолютно без знания цвета, полутонов, там, тень, свет, полутень, может нарисовать супершедевр. Есть определенная техника, как нарисовать этот супершедевр, но есть определенные подводные камни. Когда ты рисуешь супершедевр, ты вряд ли можешь стать свободным художником и рисовать все, что тебе захочется, вне мастер-класса, потому что те техники, которые тебе даются на этих мастер-классах, они нацелены на то, что ты рисуешь определенную работу. Те способы, которые ты используешь для создания там, определенного там, пейзажа, который ты уносишь с собой после мастер-класса, они не действуют, они могут тебе чуть-чуть помочь, но на них ориентироваться сложно. Ты не можешь быть свободным, ты не можешь стать профессионалом. Ну, давайте смотреть в лицо правде. Ну, сколько бы мастер-классов человек не прошел, очень сложно сказать, что на них можно ориентироваться, и это реально рабочая тема, которая приведет к тому, что человек станет там суперхудожником. Нужен академизм для того, чтобы что-то отрицать. Вот там же существовали там художники, там передвижники, там какие-то новаторы, которые рисовали нечто революционное для своего времени. Они отрицали то, что знали. Понимаете, невозможно создать ничего нового, отрицать нечто старое, когда ты не знаешь старого. Академизм нужен. Но, возможно, я отвлеклась. Я к тому, что на самом деле все эти красивые безупречные истории успеха, вся эта вылизанная картинка из Инстаграма, из Ютуба, она на самом деле ложна. И изначально для того, чтобы, если человек действительно хочет, наверное, там, достичь какого-то успеха, нужно забыть о внешнем лоске, свыкнуться с тем, что любовь к профессионализму – это прежде всего переступание через вот эту вот картинку лоска, и понимание, что тебя ждет интенсивная и порой скучная работа. Если ты сосредоточен на будущее, может быть, даже отдаленное будущее, но то, которое настанет, и то, которое сделает тебя свободным там, в каком-то там, в какой-то области, это и есть та мотивация, которой ты должен следовать, как я поняла. Как я поняла для своей жизни, как я поняла вообще. Трудности, проблемы и неидеальность всего происходящего – это нормально. Нельзя себя все-таки оценивать, ссылаясь на какого-то человека, ориентируясь на какого-то человека, сравнивая себя с каким-то человеком. Потому что мы все выходцы из своей семьи, где был свой микроклимат, где были свои проблемы. И мы не можем иногда требовать от себя того же самого результата, который нам предлагается как успешный успех. Проходите вот по тому же пути, по которому прошел я, и будет вам счастье. Иногда этого не будет. У всех разные обстоятельства. И надо исходить из своих ресурсов и из своих возможностей. Нужно сравнивать себя с собой. Только это принесет какой-то порядок в жизни. Вот эти истории успеха, на которые я, допустим, ориентировалась, они мне принесли только негатив. И они мне принесли только разочарование в себе, которое абсолютно не помогает человеку жить в гармонии с собой, не заходить в тупики. И когда я избавилась от этих иллюзий, того, что я могу просто мечтать о чем-то, я могу просто позитивно мыслить, ориентироваться на кого-то, я стала понимать, что я от этого всего свободна, и мне нужно что-то делать с собой,
и со своими входными данными. Очень важная вещь, которая открылась для меня, когда я наблюдала за какой-то персоной, которая вызывала у меня восхищение в динамике, эти люди часто ошибаются. Из-за того, что они слишком самоуверены в себе, скорее всего, я только такую причину могу назвать. Потому что изначально этим людям далось немного больше, чем любому среднестатистическому россиянину. У них есть такая иллюзия, которую они сами себе создали, что они такие же, как мы, но их отделяет от других среднячков то, что они талантливы, и то, что они особенные. Они такие же, как мы, но они особенные. И они могут учить нас жизни. Я как-то столкнулась с тем, что одна из персон, на которую я ориентировалась, говорила: «Вы знаете, я не хочу получить высшее образование. Я там думаю, что мне нужно сейчас сосредоточиться на том, что действительно интересно. Путешествия, новые встречи, знакомства, там YouTube и так далее». И ты смотришь на человека там через каких-то там 8 лет, и ты понимаешь, что ему многие вещи приелись. А молодость, она уже не стала таким козырем. Красота, да, она есть, она еще есть. Человек там прошел через какие-то проблемы неведанных масштабах. Заработал себе какой-то нервный срыв, потому что пытался решить свои проблемы через наркотики или алкоголь и какого-то другого вида саморазрушения. И ты понимаешь, что те годы, когда люди, которые потратили время, свои молодые годы на учебу, этот человек тратил на созерцание этой жизни какой-то гедонизм, на потребление тех преференций, которые им дала популярность. И в результате человек вроде бы остался с каким-то былым шлейфом популярности, но на самом деле с отсутствием какой-то основы, которая всегда будет с ним. Знаете, я просто поняла такую вещь, что определенные знания, определенные умения, образование – это то, что у тебя никто никогда не отнимет. Красота – это всегда вторично, потому что сегодня она есть, а завтра ее может не быть. Этой красоты, красивой фигуры. Это все приходящее, уходящее. Но вот знания и опыт, жизненный опыт, он никуда не уходит. И это то, на что стоит потратить время, это то, на что, наверное, стоит потратить свои силы. Это то, что всегда будет с тобой. Я сказала очень многое и сделала довольно много выводов. Я надеюсь, что вышеизложенное мной было для вас интересно. И надеюсь, что полезно. Если у вас есть какие-то дополнения, то пишите, конечно, комментарии. Если вам интересно мое видео и вы заинтересованы в том, чтобы получать новую информацию, подпишитесь на мой канал. Увидимся в следующих видео. Всем пока!